дочь нашего прекрасного любимого певца Шалома Исахова. Пожалуйста. Нахшуны, глава правительства Магомедали, председателя Верховного Совета Мизабекова, от главы исполкома Асаида Джамаловича, все руководители города поздравили нас с этим праздником. Наш праздник – это праздник, как сказали, весне. Радости вам! Удобку на кейшу, удобку на кейшу! Я с огромным удовольствием предоставляю место на этой сцене заслуженному работнику культуры, нашему любимому певцу, перед которым мы, конечно, не сомневаемся за его многолетний талант, а Абданимову. Поприветствуйте молодежь на теплее этого заслуженного артиста. Это наш общий обзор. У него много песен, но он всегда с огромным удовольствием исполняет песню о дорогой женщине нашего города, о герое социалистического труда Гульбао Давыдовой. Песня Гульбао. Поздравляю с праздником. Желаем здоровья, и чтобы долго и вновь звучал ваш голос. эстафету в молодые, как говорится, руки. И вот я хочу сейчас пригласить сюда внука Абрама Абданимова, Александра Абданимова. Давайте все дружно поаплодируем ему. Он подарит вам несколько песен. Потеплее, пожалуйста. Спасибо, спасибо, дорогие друзья. Прежде чем подарить вам парочку своих песен, я хочу поздравить весь народ еврейский с таким замечательным днем. Всем евреям всего мира я хочу пожелать счастья, радости, всего самого наилучшего, доброты и красоты. А сейчас, дорогие друзья, уважаемые гости, я хочу исполнить для вас песню, которую написал совсем недавно мой отец. А называется она «Дух Пентер Бенде». Пожалуйста, вас. Shout to you. Сейчас я хочу исполнить песню, которая, наверное, всем вам известна. Это наипопулярнейшая песня этого года «Бармицва». отрасли и одного направления в Дербенте, где представители вашего народа и достигнуты большие успехи. Многие из тех людей, заслуги которых огромные перед городом, перед республикой, сидят в этом зале. Я хочу вам всем пожелать дальнейших успехов. Я хочу пожелать всем вам счастья и радости. Здесь очень удачно было сказано, сегодня день вашей национальной весны, национальной свободы. Я хочу, чтобы у вас всегда была свобода, я хочу, чтобы весна в вашей жизни была всегда, сопровождала вас, чтобы каждый день у нас был весенним, чтобы то, что мы имеем сегодня, оставалось на века. Дружба, мир, спокойствие в городе Дербенте – наша главная задача. Еще раз с праздником вам. Всего доброго. Захар, пожалуйста. Поддержите, пожалуйста, еще, друзья! Счастья вам, удачи вам во всем. Анатольевича Снегуба посвящает вам стихотворение о Дербенте. Поприветствуем учителя, экскурсовода. Дорогие, самые симпатичные дербентцы, вы знаете, будучи сыном небольшого, но горячего сердцем простого народа, всегда с гордостью мы говорим, что я из Дербента. А почему мы об этом можем сказать? Потому что его древность формирует каждого из нас, делает нас краше, добрее, делает нас любимым и по отношению к другим жителям нашего древнего и вечно юного Дербента. Еще в далеком прошлом многие жители, многие авторы говорили, что у Каспия седой легендой стоит древнейший из всех древних городов, свидетель звездных перемен вселенной, ровесник тысяч сгинувших веков. Стал город старый, зоной заповедной, жемчужиной Кавказа и страны. Поздравим же Дербент с победой сегодня, подвижника нам милой старины. Хорош Дербент, террасами сбегает он к морю, чтоб понежиться он. И пусть века его оберегают, для всех, кто будет и в будущем рожден. С великим прекрасным праздником, мой великий прекрасный народ! Говоря о моем великом народе, я имею и прекрасных жителей города Дербента. Мы никогда отдельно не празднуем ни один праздник. Я не ошибусь, если каждый из нас скажет, что сегодня у нас и даже вчера в каждой семье были представители других народов. В этом наше братство, в этом наша сила. Да здравствуй, дербентцы! Будьте здоровы! Спасибо. А сейчас я с чувством особого удовольствия предоставляю сцену певцу из семьи Абданимовой, старшему Абданимову, папику Абданимову. Пожалуйста, поприветствуйте его, пожалуйста. Праздник. Спасибо, Львович, спасибо. Заходите, так выпадайте. Нас Худодан Сафанов. Али Хамашин, birinci Cumhurbaşkanı ve dünün Bahçeleri Nahut Bahçeleri. Я всем вам желаю, дорогие друзья, здоровья, радости. И с вашего позволения хочу сегодня вам подарить пару своих песен, которые я написал буквально недавно, а одну вчера закончил, поэтому я буду петь ее с слова, еще на язык не знаю. Она называется очень красиво «Чумхой Джури». месяца назад приехал с Израиля, был там в гостях. И там же написал песню «Наиш Мугунахум». Я у вас в гостях. «Наиш Мугунахум». Ой, мой Музыканта, хорошего музыканта и певца, это Вадим Гаврилов. Нет, немножко подружнее, давайте встретим его. Вадим Гаврилов, это довольно заметно. Дорогие друзья, я всех поздравляю вас с этим великим праздником. Желаю вам всего самого наихорошего, чтобы в ваших домах всегда был свет и удача. А теперь хочу подарить вам пару песен израильских, самых популярных израильских песен. Одна это прозвучит песня «Дана», вы все ее прекрасно знаете, и вторая песня «Мизраки». Спасибо. Музыкального училища Мадина Абдуллаева. Она посвящает свою мелодию именно Атси, день ее рождения, попурри на еврейские темы. предоставить слово капитану команды КВН дербентских купцов Кулиеву Вадиму Джафаровичу и его команду прошу на сцену! КВН дербентские купцы! Встречайте! Дорогие друзья, дорогие сестры и братья, я желаю вам всего самого светлого, я желаю вам всего самого доброго. Я желаю, чтобы мы всегда вот так объединившись проводили наши общие праздники. У нас нет действительно национальных праздников, у нас есть общие дербентские праздники. Я очень сожалею, что у нас все меньше и меньше остается, но если мы будем всегда вот так вместе, как кулак, то мы будем большая сила, большая культурная, большая перспективная сила. Спасибо. Сейчас мы хотели бы от имени команды также поздравить вас с этим праздником. И хотим на ваш суд вынести два номера. Некоторым сидящим в зале они уже знакомы. Первый номер называется «Шпионские страсти». Но поймите, что мы всей командой, всеми руками, всеми силами своими хотели бы, чтобы все наши шпионские страсти, чтобы все наши террористы и прочие напоминали то, что хотим мы сейчас показать вам. Ты в разведке ни о чем. Абстрагируйся, кокетничай, а если подойдет тебе Грачев, ты честь ему отдай, чтоб он не нервничал. У каждого ботинка свой шнурок, у каждого шнурка свое отверстие. Нога в ботинке, а на ней носок. Ботинок суть, шнурок же это следствие. Так, все в сборе. Парашюты спрятали, рации закопали, шифровки съели. А я перепутал. Шифровку закопал, рацию съел. Не расслабляться, у нас здесь по плану 4 террористических акта. А может чайку с дороги, а? А может тебе еще больницу с родильным отделением? Хватит. Сначала акты, потом чай. Ну чё, приступим? Стоп, кого-то не хватает. Что случилось? Что случилось? Сталин умер! Когда? В 1953 году. Да, алло. Тебя. Кто алло? Это? Кто да, это? Я. Кто это? Это новая радистка. Говорит, хочу от тебя ребенка. Значит так, завтра в 12:09 рядом с кинотеатром юбилейным зайдешь шашлычную. Сядешь за крайним столиком справа у дяди Миши. К тебе подойдет ребенок и скажет, что от меня. Все. Хау! Нагия хау! А вот говорят, что компас придумали евреи. Совершенно верно. Почему? Ты попробуй 40 лет по пустыне походить, еще не то придумаешь. Ну, вижу, в племя ты внедрился. Внедриться, да внедрился, да вот никак не пойму, почему, если ты индеец, то обязательно скакать на лошади? Запомни, мальчик, если скакать без лошади, то очень трудно удержать седло между ногами. Значит так, вот тебе новое задание. Скачи в Берлин на Блюменштрассе. Только незаметно. Там в развалинах повернешь направо. Колодца сидит радистка какая с двумя... Это ж поскорбли, блин! Ну, короче, с двумя стариками. Скажешь ей, пусть вылезает. Война закончилась, скачи. Постой, какой у тебя новый позывной? Гойка Митич. Красному товарищу Митичу. Гойка! 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 Но надо быть всегда начеку. О! Рация заработала! Шифровка! Из центра. Получив эту шифровку, перепишите ее 9 раз и разошлите по 9 адресам. Да они что там над нами, издеваются? Да! Надо мной, над старым чекистом! Да! А знаешь ли ты, пацан, откуда я тебе этот шрам на затылке заработал? Не знаю. Не знаю. И я не знаю, и никто не знает. Да бросил вот эту дурацкую привычку пистолетом в зубах ковыряться. А вот мне, когда жена ампулу с ядом воротник заживает, то всегда предупреждает: ты употреблением подогрей, а то горло простудишь. Да ты же мне рассказал, чем занимаешься? Да. Свидетелей придется убрать. Нет, не надо, не трогайте жену, лучше меня. А что это меня, да? Лучше жену. Ладно, на первый раз прощаем. А, о, а, о, а этому что не имется? У него завтра спецзадание, в эротическом фильме сниматься будет. Стоять, лежать, молчать, отвечать! Эх, а может, обнаружила у вас багажное кольцо от гранаты? Где граната? Где? Где? Через 5 секунд узнаешь. Раз, два, 3, 4, 5! Ну ладно, ладно, а теперь всем спать. Завтра бой. В бой идут одни старики. Женщины и дети. Большие перемены, знаем точно, надо жить. Дадим присягу Гаврену, никто не будет нас. Пора для света есть причины, а на душе горит пожар. Виноводка для Кирина, виноводка для кута не держать нос. Ведь мы мужчины, и среднюю прекрасный храм. Спасибо большое. Ну, мы хотели бы сейчас показать еще один номер, который действительно дербентам так близок, так дорог. То, что мы видим ежедневно, то, что мы встречаем. Нам всем приятно. Мы давно ждали появления всевозможных телеканалов, телестудий наших дополнительных. Мы любим эти каналы, но, знаете, по-дружески не написать маленький дружеский шаг, на это мы просто не могли. Итак, в эфире передача СТВ. Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире филиал Останкина «Дербентская Сейранкина». Послушайте, пожалуйста, объявление. Завод «Радиоэлемент» реализует по очень смешной цене очень смешные телефоны. С расширенной клавиатурой и зауженной, облегающей в талии юбкой. А, трубкой. При звонке на табло высвечивается не только номер абонента, но и фотографии Мадонны, Чечелины, а также анализ крови и размер обуви всех ваших родственников. Цены ниже рыночных. Прораб психиатрической больницы Кечаль-Фанах занесен в книгу рекордов Гиннесса. В день он сдает главврачу под ключ 5 новых 5-этажных домов. На вопросы журналистов, как это ему удается, он отвечает: что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Для тех, кто ищет работу, в чайхане №1 требуется высококвалифицированный чайханщик с чаем и сахаром. С камнями в почках и отложением солей не обращаться. Сегодня житель 9-го Магала своему 9-му сыну в 9-й раз делает сюнет-толь. 3 девятки. Это так поэтично. Для неазербайджанцев повторяю, что сюнет-толь означает обрезание. Мама, папа, бабушка, дедушка, халашка, бибишка и трехмесячный племянник Имранчик завидуют первому магалу, который посвятил мальчику стихотворение. Мы тебе, сынок, сегодня делаем сюннет. Пусть тебе со всех магалов зазвучит кларнет. 9 раз, о, как жестоко, прокричал сосед, по количеству сюнетов равных тебе нет. Мы присоединяемся к этим пожеланиям и дарим мальчику песню на выбор. Так, что будете слушать? А что у вас есть? О, у нас богатый ассортимент. Вот у нас на первое Бениамин. О, на второе у нас не Бениамин. Вот еще на десерт есть Бениамин в шоколаде. А что-нибудь покруче есть? Покруче есть, о! Ибрагим Татлы во всех тональностях. Нам за это не платили. Внимание, жители Дербента. В студии звукозапись продается шиш-беш с одним зариком. По вопросам второго зарика обращаться к зорику. Контактные телефоны. Чагар Гуша, 5 Гуша и выигрышный номер 6 Гуша. Разыскивается мальчик округлой наружности, с выбритым лицом, голос нежный. В правой руке ключи от дикторской кабины телевидения. Однако мальчик мог переложить ключи в левую руку. Осторожно, ключ газовый, разводной. Извините, мальчик уже нашелся. По этому поводу в семье Рабаевых сегодня праздник. Сашенька-Сашок, Сашечка-Сашуля, сиечка лучше пирожок, маменькин сынуля. Мы присоединяемся к этим поздравлениям и дарим уже известную всем дербентцам песню. Встречайте! Который раз песню пою, знаю, что надоело, все равно пою. На тысячах на юлосу, гой вечерами досудосу, СТВ полюбили мы, и ему благодарны мы. На тысячах на юлосу, гой вечерами досудосу, СТВ полюбили мы, и ему благодарны мы, и ему благодарны мы, и ему благодарны мы. Спасибо! Нашим друзьям большое спасибо. Пожелание первых мест не только в Дагестане, но и в Москве. Пожелайте успехов. Сегодня в нашем зале присутствуют всеми нами очень любимые, уважаемые люди. Не сказать о них это просто было бы некрасиво. Сегодня присутствует в зале наш заслуженный учитель России, заслуженный учитель Дагестана, всеми нами уважаемый Пинкас Ильич. Пинкас Ильич, пожалуйста, просто встаньте. Я знаю, что вы сегодня себя плохо чувствуете, к сожалению. Ну, с праздником вас! Заслуженная учительница Дагестана Кимитри Сахарная. Отлично, новое образование, Захар Ильич, который столько много внимания уделяет своей школе. Ветераны Великой Отечественной войны, им низкий поклон от нас. Им здоровье, им счастье, им радость. Спасибо вам большое, ветераны, за ваш подвиг. Поклоньте ветеранам Великой Отечественной. К сожалению, уходят ветераны. несколько лет тому назад заслуженный работник культуры, наш любимый поэт Сергей Изгияев. Но память о нем звучит, она звучит в песнях, в стихах, на радио и телевидении. А сегодня у нас в гостях его сын, Рашид Сергеевич Изгияев. Он прочтет нам шуточный рассказ, шуточное стихотворение своего отца «Охотники на привале». Пожалуйста, поприветствуем Серегу. Шалом, Рузанаш Муахаеву, Альдабилова Дуста. Имеет мирив азаби, айдули, айдюрхоймуни. Хаммешму, джурха, азаби, айдули, виношит, ахаммей бигатой, анитюнья, комики, хостеришмура, за калхан бердени, айшмура, вашалумия. Рахара небистада капулу. السرن نیستم مغفا، یکافوها، هکودهی اریو، کی داشتنی، ادین خشته نیکیا، ادین دیوارها، همه اولادها، کامی کی داشتنی نیکیا، آزادی اریشو. او بو سرگفی، ایمهای شنوید اختلاط دارد. اقربم بیستو اچاردا نشته بو یکی من نشکنم یکی بو رهگیراز یش عطلی یکی گو آوچی تفنگلو بیستانچی نساخته هیچ قیمیش میو اتشا هر یمیش از گرمی بو گمتی بو گشروز دور سرین میبیستا از غرپوز که رجبوی میاما از خمزه بوی از شربت بومده ها هیچ عداد این ساخته شیرین اختلاف مجلس درگه یا آوچی گرک نیست اونجا نباچی یکی رشگاه ساخته نیلو درگونی شنبت منجلو سیپن سال نگشتم اچونها اما یومی بیستو چلویا ای وقت ندیرم چند حیوان از رسوان وسیلت میمون هدیه حیوها ایشی بود، ایشه انسانبور نمیشکل. این جمله خلقه. یه گلاد دلون پلنگی، آمیشکی یه تحنات تفنگی. تقلید کرده ای داره، اثر ما هوکنده آماره. مشوره هش کردنو، توس کرده حیوبو کندنو. چی؟ Yegile serşeyi, cigeşki merkine işeyi. Vişe ve vengeste aşibiş, ete her an gomiş, edeye mori ki oyu. Afisyus insanha mipayu. İmahay mugum tüfelek, ence boşeyi mekumek, mağure şenge vengestum. Heki soğtum sek hasta, şun bistup da her karabus. Vanarun orada eserdur. Görükora zaramha niş hesap. Bistançi ayca ne dota? Oğayda fiqatlı busmana. Emişo acayip yama. Mogoyoz bavarsa canavçi. İçem saf meyistüm bistançi. Ne direm? Karpuza kukele. Kutile tumura ambarla. Pencap kemkele. متحنا آماسین گوزده بانارو شتره آوچی مود لعی و خونده مگویو بابا ایچی خونده بیستانچی ازاوشی اگه ده هراتو همه فروخته سپاسی بودم نمانی Еще раз аплодисменты всем друзьям. Сейчас я хочу предоставить слово сначала, а затем, конечно, в исполнении нашего дорогого Айрина Гусининова прозвучит песня на иврите. Айрин, с большим удовольствием я приглашаю тебя сюда под бурные аплодисменты этого зала. мероприятия в городе, участвует и оставляет без внимания всем, чем может помогать. Один тебе слово, а затем песня. Хлопаем ему все дружно. Спасибо большое. Я хочу поздравить мне близкий, моему сердцу еврейский народ с этим праздником, потому что они это часть моей жизни. Я прожил среди них. Я, конечно, наверное, и жил, и, наверное, я умру, скорее всего, среди них. Почему? Потому что я уже так сделал. Я хочу пожелать всем вам, лично от меня, от моей семьи, счастья, здоровья, благополучия вашим семьям, чтобы очаг в ваших домах никогда не угасал. Мне будет всегда радостно видеть вас везде, где вы ни находились. Еще раз всех поздравляю. Я хочу попробовать, скорее всего, спеть песню известного, очень известного в Израиле композитора Хаим Машеш, наверное, вам ее известно, называется «Этмоль» – «Вчера». Я еще раз всех с большим удовольствием поздравляю с сегодняшним прекрасным праздником, ибо этот праздник идет по всему земному шару. Я прочитала вам стихотворение Сергея Изгияева, а сейчас прочту стихотворение татского поэта Бениамина Сафанова. Коммуне, радуга. Raçıran goy kamune, şevk dörenü teher gül, hatta uhur dire, lapşor bire enmedül, uran gore ve girde, ekev desme tek be tek, midurum her oğlada, ey biyevo amoner, bil ran goy kamune, şevk dü teher gül. Волнуюсь. Гапуй анурахуна, башут очугадульга. Шари никири наши, ахунахай хер анмердуму, анджуру, анхама милета, шари ники бахтевери герда, були герда, дао дур герда азамети. Еврейское агентство «Соснус» поздравляет всех евреев с весенним праздником Пурим. Работники молодежного центра Бней Акива сейчас исполнят вам песню «Бакашат Сана». Я приглашаю на сцену Марину Гелядову, которая исполнит песни Тани Булановой специально для нас. Пожалуйста, Мариночка, ученица 11 класса школы номер 8. Поприветствуйте ее. Какие талантливые ребята в нашем городе. я хочу еще одну очень молодую и очень талантливую певицу нашу, Олесю, пригласить сюда под ваши бурные аплодисменты. Олеся, скажи несколько слов поздравительных. Вот тебе микрофон, подожди. Я всех поздравляю с праздником. Аша вани шара шир адон улам. Дараба. Девакша капаем. Звучат наши маленькие Олеси. Спасибо большое. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях с нами вместе празднует и веселится очень талантливый певец и очень хороший парень, друг. Это наш Видаки. Видаки Такидов сегодня с нами здесь. Очень талантливый исполнитель. И я его с удовольствием под ваши аплодисменты приглашаю сюда, к микрофону. Я думаю, он тоже скажет несколько слов, а затем подарит вам песню. Обязательно. Дорогие дамы и господа, братья и сестры, я присоединяюсь здесь сказанным прекрасным словам. Еще раз желаю вам счастья, мира и добра. А сейчас я даже немножко волнуюсь, потому что я предоставляю слово очень популярному, всеми любимому, уважаемому, талантливому человеку. Тот, кто сегодня помог нам, предоставил возможность собрать все лучшие таланты нашего города. Шалом Пинкаса! Подружнее, пожалуйста! Спасибо. Следующая песня, которую я хочу вам исполнить, «Имракан Томелин Бирце Аулла». Песня на иврите. Это Марга. We're the ones who shine. большом концерте. Это Нахшунов, Виталий Нахшунов, звукооператор. Давайте похлопаем его, все друзья. Шалум, я скажу два слова. Мне кажется, сегодня не было равнодушных в зале. И только потому, что действительно в нашем Дербенте живут и процветают такие талантливые молодые исполнители. Если бы у меня было такое право, я бы присвоила им всем звание «народные артисты». Но порой не важно дело в значке, а важно в том, что они истинно любимы народом. им за их большой колоссальный труд, за их талант. Пожелаем им всем успехов, радости и счастья от самого великого до самого взрослого. Спасибо вам, дорогие участники сегодняшнего концерта. Спасибо. Спасибо вам большое, Эльвина Юрьевна. Дорогие друзья, человеку, которого делает в нашем городе столько много хорошего, я хочу, чтобы лично ей аплодисменты в зале прозвучали в честь праздника нашего. Спасибо вам, Эльвина Юрьевна. Это моя работа. Я предлагаю вам всем вместе с нами спеть «Шалом алейхи».